Всем привет, ребята! Вы на канале Тимофей, и мы в кассе Рок. Вторая часть. Мы тут уже были. Помните, я вам показывал? Вон там он. Сейчас вам покажу. Вон там за этой стеной были могилки. И если выйти в ту дверь, куда туристы пошли, то там тоже они будут продолжаться. И это я точно-то и не знаю. Вот ступеньки закрытые, мы не можем пойти. Вот будка еще. Я вам тут уже все показывал. Даже вон там дырочку, видите? Две птицы. Домик, где птиц. Вот. Но заброшенная. Вот какая-то экскурсия. Вот. Поднимаемся по ступенькам. Там, кстати говоря, дырка. Просто дырка в стене. Ну, конечно. Оно с дыркой. Чего с дыркой? Просто оно забросанное. Вот. Кстати, тут могилки еще тут. Вот. Стена какая-то полученная, так скажем. Вот. Тут могилки. Можно выйти в ту сторону. Тут тоже могилки. Тут могилки. Вот. Я сейчас проверю. Я вам еще в здании говорю, что эти могилки связанные там. Сейчас я проверю. На улице так ветрено. Я уже замерз, если честно. Вот. Не помню, про какие я могилки говорил, но начебто соединены. Я просто не помню, я уже забыл, про какие я говорил. Но мне кажется, что соединены. Потому что сюда даже я не шел, до этой стены. Я вам только в ту сторону. Да, я был на этой, только с другой стороны. Кстати, давайте... Давай... О, вон еще эти могилки. А, я вспомнил, значит, я про эти могилки говорил. Значит, они точно соединены. Кто помнит? Вы можете глянуть, есть или нету. Вот. Поднимаемся, заходим обратно сюда. Вот. Поднимаемся. Кстати, тут яйцо какое-то недоделанное. Если вы не видите, то это яйцо. Я еще вам не показывал. Значит, это в прошлой серии даже тут не показывал. Это я с той стороны на улице был. Показывал вот тут вам. Тут я даже сам не помню, чтобы я тут был. Вот. Экскурсия. А вы видите, там в дырочке еще одна стена. А, я просто думал, как это зайти в нее. А я вспомнил, что это вон та дверка. Это идет. Давайте сейчас это дело проверим. Идем проверять. Вон там с той дырки было видно это. Нет, с этой стороны дырки нету. Давайте где-то, может, на улице найдем вход новый.
Там, где я даже не был. Сейчас, может, это тут? То тут вообще ни капли не видно. Видно только отражение мое. Это, по крайней мере, на камере видел. Стопы. Вот и дверочка. Непонятненько. Дверка, я уже сейчас попробую, чьи дверка-то открывается. Нет, дверка закрыта. Плохо, плохо. Кстати, вы можете увидеть траву, насколько она отходит, чтобы узнать, какой у нас ветер. Если вам видно, то у нас ветер ветруган. Ветруган, ветруганище, так скажем. Так, видите этот камень? В этой серии я вам его еще не показывал. Что он вам напоминает, если с этой стороны на него смотреть? Мне он напоминает сердечко. Видите, сердечко. Прям вытое сердечко. Либо можно пройти в эту сторону. С этой стороны он тоже как сердечко. Такое вот сердечко. Вот. Кстати, прошу внимания, эта стена очень высокая. Прям высокая-высокая. Кстати, помните, я туда заходил? Там туристы стояли всякие. Тут тоже высокие стены. Поля. Вот. А на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем спасибо, всем пока-пока.